Эльдары были озабочены проблемами далекого прошлого и далекого будущего больше, чем представители других рас. Видящая Каэрис ощутила пробуждение некронов, древних врагов Эльдаров на Каураве-3. Дремавшие много веков звездные врата вернулись к жизни. Через них на заброшенную планету, ставшую ареной боевых действий, начала прибывать армия Эльдаров. Эльдары тут же спрятали свою базу от посторонних глаз. Некронов нельзя остановить никакими стенами. Здесь работают лишь хитрость, обман и ложный след. А в этих приемах Эльдарам нет равных. Эльдары со всей присущей им хитростью и ловкостью приготовили для своих врагов западню, из которой почти невозможно выбраться. Ведь эта цитадель — не просто опорный пункт, не просто важная стратегическая точка, не просто хранилище секретов Эльдаров. Это место стало для Эльдаров святым, и защищать его они будут соответствующим образом. Эльдарские слабаки! Да! Что? Вот тебе конкретно чего надо? Что-то нужно починить? Что взорвать? Они покойники? Готовы, готовы мы! Что? Это что? Вот тебе конкретно чего надо? Мы зеленокожие, почему и тем гордимся. Вместе с парнями. Готовы мы. Как скажешь. Я большой, меня не победишь. Они нас атакуют. Время пришло. Почти, но еще нет. Теперь быстро в укрытие. Слушайте, ребята, у нас есть крепости пара гречин, верно? Пожалуйста. Так давайте устроим! Мы зеленокожие и тем гордимся. Как плохо вы знаете Эльдаров. Вы попались в нашу ловушку. Даже куда? Не надеетесь выйти из нее живыми. Чё опять? Куда, я не понимаю. Да это задохли кельдары! Половину парней можно смело отправить домой! Эти штукенцы! Во мне сила горка! Мажорий, босс! Нас атакуют! Не бейте нас больше! Идем, идем! Теперь это принадлежит оркам! Что? Мы хотим драться! Что такое, что такое? Строим крепко и красиво! Кудыч! Строим крепко и красиво! Они в нас стреляют!
Строим крепко и красиво. Хочу в драку вместе с парнями! Что? Куда? Они в нас стреляют! Что? На? Они в нас стреляют! На? Ну ладно! Как скажешь! Мы хотим драться! Они в нас стреляют! Что? Я прослушал! Это что такое? Все, будь, нам пора! Хочу в драку! Вместе с парнями! И ты что? Орки созданы для битвы! Орки созданы для битвы! Бот! Анонси за команда! Вот тебе конкретно чего надо! Отвали! Мы их хорошенько отклашматим! Почему в небе так мало наших истребителей? Они в нас стреляют! Или нам объяснил, что вообще-то идет война? Я большой босс! Давай врежем! Бот! Становится жарковато! Мы их хорошенько отклашматим! Элитная эскадрилья сумеречных крыльев «Полуденный орел» продолжает выполнять приказ видящая. Отлично! Нам нужно поторопиться! На? Там стреляешь! Может, другой дорогой пойдем? Они в нас стреляют! Бот! Становится жарковато! Дополнительные подразделения пауков Варпа и Рейнджеров.
кто тут? Ладно, ладно. Чё опять? Как скажешь. Не стоило держать за тот конец этой штукенции. Да, мы готовы. Теперь это принадлежит оркам. Чё опять? Пора чего-нибудь построить. Я ничего такого не делал. Пора чего-нибудь если построить. Ты должен драться и побеждать. Мы здесь, шеф. Мы здесь, шеф. Мы готовы. Готов? Да. Мы зеленокожие и тем гордимся. Мы здесь, шеф. Мы здесь, шеф. Где тут дерутся? Кто бы нам такого сделать? Мы здесь, шеф. Мы здесь, шеф. Где тут дерутся? Мы здесь, пора шеф. Пора пограбить. Что такое, что такое? Мы здесь, шеф. Мы здесь, шеф. Нас атакуют! Что? Наконец-то пришло время рвать врагов на кусочки! Мы здесь, шеф! Я ничего такого не делал! Мы ударим слабое место. А пока вы будете подтягивать, что? Нас здесь уже не будет. Аш! Кто там? Мы здесь, шеф! На? Опять? Ну ладно. Босс, оно все жарковато. А мы нашли танк. Гречины готовы. Чё опять? Теперь это принадлежит оркам! Я ничего такого не делал! Я ничего такого не делал! Как скажешь? Орки, 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 орки. Аш, кто тут? Идем, идем.
Они в нас стреляют! Не бейте нас больше! Идем, идем! Готов к бою! Встать в строй, уроды! Готов! Сейчас побабахаем! Кудыть! Сделаем! Кому тут бомбу? Это что? Этот танк бабахает что надо! Мы туда скоро доберемся! Я тут сейчас починю чуток! После этого месива у меня будет отличный запас мяса! Нас атакуют! Растопчем всех! После этого месива у меня будет отличный запас мяса! Надо придумать какой-нибудь быстроходитель. Нас атакуют! Аш, кто тут? Все, я пошел. Пора чего-нибудь построить. Другого. Зеленокожие и тем гордимся. Соберитесь, тряпки, не тряситесь, как цыплята. Что такое, что такое? Меня прозвали Топтуном. Кудыч? Идем, идем! Отвали! Нас атакуют! Отвали! Все, босс, напади, как они на завтрак едим! Мы зеленокожие и тем гордимся! Это что? Да, я здесь! Что надо? Нас атакуют! Я ничего такого не делал. Идем, идем. Да? Угу. Так и мозоли недолго заработать. Умри. Что такое, что такое? Строим крепко и красиво. Мы готовы попробовать еще разок. Ты много говоришь, да? Кудыч? Я ничего такого не делал. Сейчас уж орудие, босс! Становься зеркало! Датчики готовы гремить! Что такое, что такое? Сделаем! Угу. Где тут дерутся? Режь, бей, стреляй, убивай! Режь, бей, стреляй, убивай! На? Пора чего-нибудь построить. Ты много говоришь, да? Что такое, что такое? Теперь это принадлежит оркам. Строим крепко и красиво. Дерьмо,
будет? Строим крепко и красиво. Как скажешь. Отвали, я занят. Растопчем всех. Да? Ладно, ладно. Почему ты мне приказываешь? Босс, становится жарковато! Чё опять? Сейчас всё соорудим. Пора сматываться отсюда. Вот тебе конкретно чего надо? Нет уж, обратно в эту бойню мы не вернёмся! Чё такое, чё такое? Сделаем! Чё опять? Их что-то слишком много! Я ничего такого не делал! Сделаем! Да? Строим крепко и красиво. Босс, становится жарковато. Куда это? Их что-то слишком много. Я ничего такого не делал. Сделаем. Отвали! Стёрт с лица земли. Ты хочешь расправиться с нами? Ты много говоришь, да? Ты даже не знаешь, где нас искать. И твои дни пройдут к концу раньше, чем узнаешь. Что такое, что такое? Не бейте нас больше! Их что-то слишком много. Строим крепко и красиво. Все, у нас все в порядке. Да, их что-то слишком много. Нас атакуют. Мы готовы попробовать еще разок. Кудыть? Че отремонтировать? Босс, где там дерутся? Да мы таких, как они, на завтрак едим. Мы зеленокожие и тем гордимся. Эй! Танк, порезать кого? Надо стрелять! Не бейте нас больше! Строим крепко и красиво. Делаем ноги! Что взорвать? Да! Повлечь силу Борка и делаем ноги! Этот танк бабахает что надо! Налетчики готовы громить! Давай чё покажем опять? Им парней!
Идем, идем! Вот тебе конкретно чего надо? Этот танк бабахает что надо! Что такое, что такое? Мы все умрем! Готовы попробовать идем, еще идем. Разок! Их что-то слишком много! Они все, у нас стреляют! Все в порядке! Мы все умрем! Что-то нужно починить? Нас атакуют! Этот танк бабахает что надо! Все, я пошел! Пусть черви едят кого-нибудь другого! Давай вернемся! Все, босс, нам пора! Мы готовы попробовать еще разок! Что такое, что такое? Ну и что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться! Больше орков никого нет! И сильнее тоже! Этот танк бабахает что надо! Че опять? Сейчас все соорудим. Все, у нас все в порядке. Становится жарковато. Ты много говоришь, да? Соберитесь, тряпки, не тряситесь, как призрали Тептуно. Они в нас стреляют. Мы уперли, надо стрелять. Это что? Бот! Становится жарковато! Кудыч? Строим крепко и красиво! Порезать кого? Без боли не получится! Кому тут не здоровится? Что? Я прослушал! Давай вернемся! Нас атакуют! Больше! Че отремонтировать? После этого месива у меня будет отличный запас мяса! Что взорвать? Где тут дерутся? Больше орков никого нет! И сильнее тоже! После этого месива у меня будет отличный запас мяса! Что? Я прослушал! Бот! Становится жарковато! Нас атакуют! Это так!
танк бабахает что надо! Всех перестреляю! Я главари это знаю! Дождите мозги! Что? Идем, идем! Где тут дерутся? Мы все умрем, вот еще немного стреляют. Отвали, я занят. Атакуем стремительно. Нас атакуют! Их что-то слишком много! Наши бомбы больше всех! Оно хоть и не живое, а как ходит! Аш? Кто тут? Строим крепко и красиво! Они покойники! Они в нас стреляют! Да? Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Курить? Сейчас все соорудим. Бот! Становится жарковато! Они в нас стреляют! Где тут дерутся? Сейчас повзрываем! Мы здесь! Ой, босс! Давай вернемся! Звучит глупо, ну ладно. Ты не мой вождь. Мы здесь, шеф. Отвали, я занят. Оки-доки. Они в нас стреляют! Что-то нужно починить? Я их всех порежу! Это принадлежит оркам! Они в нас стреляют! Строим крепко и красиво! Стрелки! Не трясились, как цыплята! Что?
что-то нужно починить? Оки-доки! Как скажешь. Звучит глупо, но ладно. Где тут дерутся? Курить? Сделаем. Это что? Идем, идем! Курить? Сейчас что ж орудием? Бот! Становится жарковато! Да? Строим крепко и красиво! Корень готов кромсать! Мы зеленокожие и тем гордимся! Курить? На? Пора чего-нибудь построить! Мы зеленокожие и тем гордимся! Курить? Как скажешь! Нас атакуют! Давай врежем им! Давай врежем им! Орки созданы для битвы! Это что? Орки, 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 орки! Да мы таких, как они, на завтрак едим! Атакуют! Я их хорошо потопчу! Они в нас все умоем! Бейте нас больше! Идем, идем! Я ничего такого не делал! Давай, покажем им, парни! Строим крепко и красиво! Это что? На
наконец-то пришло время рвать врагов на кусочки! Я ничего такого не делал! Они в нас стреляют! Ладно, ладно. На? Сделаем! Танк сперли! Надо стрелять! Ты сказал, мы сделали! Чё опять? Да! Я большой босс! Это что? Пора за дело, парни! Идем, идем! Они в нас стреляют! Меня прозвали Топтуном! Ты много говоришь, да? На? Сейчас все соорудим. Наши бомбы больше всех! Мы тебя на кусочки погромсаем! Это что? Пора валить отсюда! Аш? Кто тут? Пора чего-нибудь построить! Босс! Становится жарковато! Что такое, что такое? Их что-то слишком много! Танк сперли! Надо стрелять! Мы все умрем! Не бейте нас больше! Они в нас стреляют! Идем, идем! Что, что мы убежим? Операция мы можем необходима! В другой день подраться! Кого порезать? Мы все умрем!
убить? На! Делаем ноги! Сейчас все соорудим! Этот танк бабахает что надо! Ну и что, что мы убежим? Сейчас мы атакуем! И в другой день подраться! На? Пора чего-нибудь построить! Они в нас стреляют! Если ты орк, ты должен драться! Ну и что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться! Мы зеленокожие! Ну и что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться! Без боли не получится! Как скажешь! Придется собирать их по частям! Как скажешь! Ты много говоришь, да? Что-то нужно починить! Хочу в драку! Вместе с парнями! Датчики готовы! Сейчас же нужно дырку сделаем! Они в нас стреляют! Я большой босс! Идем, идем! Меня прозвали Топтуном! Все! У нас все в порядке! Что такое, что такое? Пора чего-нибудь построить. Операция необходима! Танк сперли! Нас атакуют! У кого большая пушка, кто-то победил! Босс! Становится жарковато! В облаках и иллюзиях? Мы не желали встречи. Уходи, пока можешь. А? Это что, не настоящая база, что ли? Ух, когда я туда доберусь, то есть доберутся все ребята. Этот танк бабахает, что надо! Им придется не сладко, да? Готов! Сделаем это как настоящие орки! Отвали! Ну, как скажешь! Проделки этих негодяев! Как скажешь! Они в нас стреляют! Что? Наши бомбы больше всех! С Холодиным Орлом. Там летают необычные пилоты. Босс! Становится жарковато! Пора пограбить! Делаем ноги! Как не пробраться? Что делать-то? Скорень готов кромсать! Я ничего такого не делал! Сделаем! Оно хоть и не живое, а как ходит!
Меня прозвали Топтуном! Другие не должны пасть. Они покойники? Все, босс, нам пора. Раздали мы. Возьмем их. Выстрел вверх. Кости. Выстрел вверх. Корень готов кромсать. Их что-то слишком много. Стреляют. Мы все умрем! Мы хотим дрянуть! Становься жарковато! Возьмем их! Мы зеленокожие и тем гордимся! Все. У нас все в порядке! Где тут дерутся? Оно где тут дерутся? Ходит. Мы хотим драться. Где тут дерутся? Они покойники? Хе. Ага. Я большой. Меня не победишь. Я иду. Орки за мной. Они в нас стреляют! Нас атакуют! Аш! Кто тут? Пора чего-нибудь построить! Нас атакуют! Все в ажуре, босс! Аш! Кто тут? Строим крепко и красиво! Идем, идем! Нас атакуют! Уже топаем! Да, я здесь! Что надо? Все мы здесь! Кто это сказал? Как скажешь! Кудыч? Эй! Порезать строим кого? Крепко и красиво! Кого порезать? Мы здесь, шеф! Нас атакуют! Как скажешь? Ты сказал, мы сделали! Мы здесь, шеф! Ага! Ага! Как скажешь! Это ж что? Мы здесь, шеф! Куда это?
мы здесь, шеф? Как скажешь. Мы здесь, шеф. Вот тебе какая начуна! Она все жарковато! Мы будем быстры, как огонь! Я боюсь, многие... Там детки в бой не опаздывают! Нас кого атакуют! Орки, 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 орки! Бейте нас больше! Оно все жарковато! Сейчас все соорудим! Они покойники? Меня прозвали Топтуном! Время крошить черепа! Босс! Становится жарковато! Как скажешь! Босс! Становится жарковато! Оно хоть и зеленой кожей, и тем гордимся! Где тут дерутся? Что? Отвали! Вот тебе конкретно чего надо? Как скажешь? У меня есть пушка! Бежим! Нас атакуют! Не бейте нас больше! Пора что-нибудь построить! Ага! Меня прозвали Топтуном! Мы палим лучше всех! Пора что-нибудь построить. Готов! Время топтать и убивать! Там детки в бой не опаздывают! Поехали! Танк сперли! Надо стрелять! Готов! Да мы таких, как они, на завтрак едим. Босс! Как сказать? Становится жарковато! Уже топаем! Это что? Вот тебе конкретно чего надо? Они в нас стреляют! Да!
Вот тебе конкретно чего надо? У меня есть пушка! Где тут дерутся? Отвали! Отвали! Все, мы дела пойдем! Босс! Оно все жарковато! Что? А мы таких, как они, на завтрак едим! Что? Это что? Корень готов кромсать! Чего здесь нажать, чтобы пойти? Они покойники? Хе! Они в нас стреляют! Босс! Становится жарковато! Готов! Делаем ноги! У меня есть как раз то, что тебе надо! Я большой! Меня не победишь! На? Чё отремонтировать? Аш? Кто тут? Ладно, ладно. Это вот принадлежит конкретно орган. Чего надо? Это что? Мы зеленокожие и тем гордимся. Готов! Босс! Становится жарковато, парни! Пришло время битвы! Хочу драться! Давайте, парни! Пришло время битвы! Они в нас стреляют! Что? Мы зеленокожие и тем гордимся. Это что? Как скажешь? Что такое? Строим крепко и красиво! Да! Мы зеленокожие и тем гордимся! Они в нас стреляют! А мы таких, как они, на завтрак едим! Как скажешь! Давай врежем! Нас атакуют! Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Мы здесь, скажешь. Режь, бей, стреляй, убивай! Режь, бей, стреляй, убивай! Пора покрошить! Мы здесь, шеф! Ха!
хочу драться! Я тут сейчас починю чуток. Что? Босс, становится жарковато. Наконец-то пришло время рвать врагов на кусочки. Куда здесь, шеф? Теперь, парни, вы слушайте меня доходчиво. Мы здесь, шеф. Где тут дерутся? Идем, идем. Вот тебе конкретно чего надо? Мы здесь, шеф. Куда это? Оки-доки. Что? Идем, идем. Мы здесь, шеф. Хочу драться! Да, я здесь! Что надо? Как сказать? Мы здесь, шеф! Режь, бей, стреляй, убивай! Режь, бей, стреляй, убивай! Оторвите ему голову! Отвали! Мы здесь, шеф! Давайте, парни! Пришло время, в нас стреляют! Надо драпать! Это что? Где ты сдерешься? Отвали! Ну, как скажешь! Вот тебе конкретно чего надо? Мы здесь, шеф! Отвали, я занят! Это что? Отвали! Становится жарковато! Куда это? Давай врежем им! Орки созданы для битвы! Они покойники? Не бейте нас больше! Идем, идем! Они в нас стреляют! Танкетки в бой не опаздывают! Танк сперли! Надо стрелять! Делаем ноги! Отвали! Что? Угу. Где моя тачка? Я не люблю ходить пешком! Это что? Видящие, они уничтожили наши орудийные платформы. Ну и что, что мы убежим? Да, мы можем и в другой день подраться. Отвали! Они в нас стреляют! Мы зеленокожие и тем гордимся! Бот! Становится жарковато! Я ничего такого не делал! Их что-то слишком много! Сделаем! Мы зеленокожие и тем гордимся! Где тут дерутся? Аш, кто тут? Строим крепко и красиво.
Мы все умрем! Мы туда скоро доберемся! Они в нас стреляют! Сделаем! Этот танк попал, что надо! Топ, хлоп, хлоп, топ! Скворень готов кромсать! Отвали! Меня прозвали Топтуном! Время топтать и убивать! Где тут дерутся? Отвали! Меня прозвали Топтуном! Операция необходима! Делаю ноги! Они покойники? Хе. Нас атакуют! Нам нужны гречины! Вот тебе конкретно чего надо! Давай вернемся! Вот! Становься жарковато! Мы на коже и тем гордимся! Мы все умрем! Мы зеленокожие и тем гордимся! Да? Что? Нас атакуют! Все, убежьте, что можете! Что такое, что такое? Сейчас все шарим! Вернемся! Мы все умрем! Операция необходима! Да! Как скажешь? Где тут дерутся? Как скажешь? Давай врежем им! А мы таких, как они, на завтрак едим! Где тут дерутся? Делаем ноги! Операция необходима! Да мы таких, как они, на завтрак едим! Давай вернемся! А-а-а. Время топтать и убивать! Меня прозвали Топтуном! Наш? Нас кто-то атакуют! Пора чего-нибудь построить! Кого порезать? Отвали, я занят! Еще один барьер уничтожен, видишь? Идем, идем! Нам нужно готовиться к худшему. Орки созданы для битвы! Угу!
это нужно починить? Давайте, парни! Пришло время битвы! У меня есть как раз то, что тебе босс, надо! Становится жарковато! Чё опять? Сейчас всё соорудим! Что? Мы хотим драться! Всё взорвать! Ну разве... Аш? Кто тут? Пора чего-нибудь построить. Что такое? И что не так? У меня будет отличный запас мяса! Нас атакуют! Возьмем их! Постреляем их всех! Сделаем это как настоящие орки! Что такое? Мы все будем такие незаметные. Теперь это принадлежит оркам! Что-то нужно починить? Давайте, парни! Пришло время битвы! Ты сказал, мы сделали! Что такое? Отвали! Мы хотим драться! Что такое? Сделаем! Это нужно починить? Уже топаем. Отвали, я знаю. Как скажешь. Отвали. Так и мозоли недолго заработать. Где тут дерутся? Отвали! После этого месива у меня будет отличный запас мяса! Это что такое? Чё опять? Нас атакуют! Мы должны задержать их любой ценой. Остается одно. Сражаться до последнего. Мы должны победить. Отвали, я занят. Ну, как скажешь.
потопаем. Не бейте нас больше. Чё отремонтировать? Они в нас стреляют! Стоило держать за тот конец этой штукенцы! Кто большой, тот и главный! Ладно, ладно. Хочу драться! Встать в строй, уроды! Босс! Становится жарковато! У-у-у. У них нет ни единого шанса! Отвали, я занят! Чё опять? Хочу в драку! Вместе ну с парнями! Ну что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться! Мы готовы попробовать еще разок! Это что такое? Они покойники? Кого порезать? Они в нас стреляют за тот конец этой штукенцы! Босс! Становится жарковато! Чё опять? Сейчас всё соорудим! Отвали, босс! Становится жарковато! Что? Где тут дерутся? Это что такое? Как скажешь? Как скажешь? Мы вызвали кожу и тем гордимся. Их что-то слишком много. Где моя тачка? Я не люблю ходить пешком. Я большой, и я не победим. Ну и что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Оно хоть и не живое, а как ходит! Пора валить отсюда! Ну и что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться! Шо?
Босс! Становится жарковато! Нас атакуют! А мы нашли там! Они похожи! Мы здесь! Мы здесь, шеф! Оно хоть и не живое, а как? Я тут сейчас починю чуток! Да! Мы здесь, шеф! Мы здесь, шеф! Отвали! Нас атакуют! Я стану твоим большим пальцем! Мы здесь, шеф! Мирно, больше туда! Ходит! Мы здесь, шеф! Это что такое? Теперь, парни, вы слушайте меня! Они в нас стреляют! Мы здесь, шеф! Мы здесь, шеф! Я стану твоим большим пальцем, верно, босс? Меня прозвали Топтуном! Их что ты слишком много? Лучшие свинцометы! Точно! Мы здесь, шеф! Сейчас повзрываем! Сейчас побабахаем! Мы будем быстрее, как обои! Мы здесь, шеф! Сейчас повзрываем! Делаем ноги, парни! Они в нас стреляют! Мы здесь, шеф! Босс! Становится жарковато! Их что-то слишком много! В другую сторону, столопы! Мы здесь, шеф! Когда рядом нету вождя, все слушают нас! Их что-то слишком много! Мы здесь, шеф! Пусть черви едят кого-нибудь другого! Перевоз быстрее всем! Мы тут самые быстрые и самые сильные! В бешенстве! Их что-то слишком много! Делаем ноги! Мы здесь, шеф! По мне сила Горка и Морка! Покажи нам какой-нибудь! Мы здесь, шеф! Их что-то слишком много! Босс! Становится жарковато! Мы все нужно носить ноги! Делаем ноги! Мы здесь, шеф! Что, что мы убежим? Мы можем и в другой день Мы здесь, шеф! Мы здесь, шеф! Ну и что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться! Их что-то слишком много! Мы здесь, шеф! Нас атакуют! Мы все умрем! Мы здесь, шеф! Они слишком сильны! Ну и что, что мы убежим?
мы можем и в другой день подрываться здесь. Вот! Становится жарковато! Их что-то слишком много! Да! Я прослушал! Мы все умрем! Мы здесь! Почему ты мне приказываешь? Я тут сейчас почему слишком много? Ну и что мы убежим? Мы можем мы здесь сейчас повернуться! Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Мы здесь, шеф. Их что-то слишком много. Они в нас стреляют. Мы здесь, шеф. Становится жарковато. Мы здесь, шеф. Мы здесь, что мы убежим? Тут-то мы можем и в другой день подраться. Сразим тех, чьи уши на земле. Сейчас повзрываем. К бою! Мы все умрем. Мы здесь, шеф. Это слишком много. Мы здесь, шеф. Мы здесь, шеф. Делаем ноги. Чёрт, не обошёл. Мы здесь, шеф. Нет кого-нибудь другого. Нас атакуют! Мы здесь, боги! Теперь мы можем задать им трёпку! Нас атакуют! Отходит! Мы все умрём! Мы здесь, шеф! Их что-то слишком много! Ни одна песня. Покажи нам какой-нибудь танк. Готовь бомбу. Все, Бус, нам пора. Готов. Мы лучше что-то слишком много. Да, мы готовы. Мы тихонько подкрадемся. Готовь бомбу! Мы здесь, шеф! Я стану твоим большим пальцем, верно, босс? Делаем ноги! Я пошел! Пусть черви едят кого-нибудь другого! Они нас стреляют! Мы пришли сюда очень, очень давно. Мы сражались с некронами, нашими заклятыми врагами, и одержали победу. На этот раз мы проиграли. И если их полчища опять обрушится на это место, их должен будет остановить кто-то другой. Мы будем быстры, как обойма. Нам нельзя терять времени. Мы должны уйти.
За все те годы, что Горгут свел за собой орков, он твердо усвоил: Эльдара способна доставить массу проблем, и расправляться с ними надо сразу, как только представится такая возможность. Так что, когда его парни оказались в верхних пустошах, он сразу сказал: «Вы должны быть самыми быстрыми, хитрыми и внимательными орками». Орки, конечно же, не могли предугадать каждый шаг хитрых и коварных эльдаров, но доказали, что их сила и мужество способны победить хитрость. Эльдары упорно сражались с лавиной орков, но все-таки проиграли. Некоторым эльдарам, включая видящую Каэрис, удалось сбежать при помощи звездных врат. Но Горгутса это не волновало. Он был победителем. Простые же орки с огромным удовольствием занялись разрушением базы и складов.